Здравствуйте, меня зовут Валерия Белоус, и сейчас все о самых интересных культурных событиях на ближайшие дни. 10 марта в антикафе «Третье место» пройдет благотворительная выставка «В помощь животным». Вход 150 рублей. Все врученные за вечер средства пойдут на покупку кормов и лечение бездомных кошек и собак, которых на время приютили добровольцы одного из фондов города. А в Приморском центре народной культуры выставка продажи самоцветов. Экспозиция будет работать до 12 марта. Театр «Тан» приглашает на свой новый спектакль. В главной роли сам художественный руководитель Андрей Нартов. Постановка называется «Легкое знакомство». Стоимость билетов от 300 до 500 рублей. Начало в 19:00 в квартире номер 1 по адресу Светланская, 9. А на чердаке Большого ГУМа для горожан представят премьерный моноспектакль «Здесь был Вася». Это современная театральная притча, где герой раскрывает зрителю историю, которая переплетает между собой людей, города, впечатления, испытания, мечты и реальность. Спектакль о Боге, любви, страхе, жизни и смерти. 11 марта всех неравнодушных жителей Владивостока приглашают посетить выставку-раздачу кошек и котят. Если у вас нет возможности забрать домой нового друга, то можно все равно прийти на выставку и помочь. Животные нуждаются в корме, наполнителях для лотков, игрушках, мисках и во многом другом. День открытых дверей хореографического училища ДВФУ пройдет в эту субботу. В программе экскурсия по школе, концерт воспитанников и ответы на интересующие вопросы. А в Краевой филармонии концерт «Танцы народов мира», стоимость билетов – 300 рублей. Музыкальный вечер готовит и церковь Святого Павла. Лютеранская кирха приглашает 11 марта в 17:00 на концерт «Арфа, флейта, альт, орган». Билеты от 300 до 500 рублей. 12 марта на малой приморской сцене Мариинского театра обладатель премии Грэмми-2017 Николай Диденко даст концерт с благотворительным проектом «Белый пароход». В мероприятии примут участие 17 юных участников проекта. Это талантливые ребята из малообеспеченных, многодетных семей, в том числе дети-сироты и дети-инвалиды. А немного позже, в 19:30, зрители Приморской Мариинки приглашают на вечер французской музыки. Ведущая концерта – Аглая Зинченко. Стоимость билетов от 200 до 800 рублей. И еще в это воскресенье во Владивостоке пройдет вторая свадебная выставка. На мероприятии гостей праздника ждет выставка, ярмарка свадебной продукции, новейшие тенденции современного декора, свадебные тренды 2017 года, создание образа невесты, розыгрыш путешествия и многое другое. На этом пока все. Увидимся на культурных площадках города и до встречи на 8-м.